И всем привет, дорогие друзья, с вами Милтон, а также Дед Мазай. И как я вам говорил в прошлой серии, ну, мы хотели достроить, короче, базу на нашем, так сказать, кицале. Но пока еще пока не решились, потом сделаем, когда у нас уже появится анкила, которую мы будем в этой серии, кстати, заметь уже. Но перед этим мы тут просто столкнулись с одной интересной штучкой. Какой именно? А с той, что Дед Мазай тут встретил Карна 140-го вроде бы уровня. И сейчас вот бум. Сейчас выкинет, перебью. Выкинуло на толпачом, твою мать, а? Ёп! Чё за шляпа? Уроды! Ну вот, в общем, мы вернулись, блин, извините за то, там у нас сервер затроил, очень сильно затроил. Что там было? Просто без... Чё там кто-то... А, сзади ещё кто-то кушает. А, просто без предупреждения взяли нам... И выключили сервер. Это было просто жесть. Наконец-то он сейчас долетел до того места, где он кушал ахвача. Да блин, подобрал его. О, он ведь сверху Дед Мазай сидит. Сейчас Дед Мазай нашего прокачаем. Ты зависит, не крутись, я в него буду слух. Да, да, я кручусь лишь потому, чтобы это от раптора избавиться. Все. Все? Да. Них! А я тебе говорю, ух ты, какой тут лут хороший, да. Дай на камеру покажу. Что там? Говно, чё? Кирка, кирка, шлем. А шлем какой, кстати? Кирка синий. Короче, отстой. Синий шлем, это для... И мы, кстати, прокачали ещё с вами кицалем. Давайте его... Чё, левел получил? Два левела. А вот если бы мой птер бы рядом был, он бы тоже, наверное, я левел. Получил 3000 опыта он получил у нас. Ну, пипец, а как тогда получилось? Сейчас я посмотрю, я что-то... Я тоже получил опыта, но немного. Ну, ты-то большой уровень, конечно. Вот сейчас мы кушаем с вами пиццеля. Праймита на поле. Ой, сколько его. Сколько тут получилось у нас? 200 праймов, жесть, просто так, жесть. 200 праймов, это я также вчера снял. 200, так вот, что я хотел вам всем сказать. Ой, ты что, слетел? Нет, я просто слазил. Сейчас поднять, дайте, сейчас, секундочку. Залазь, ты где? А, вижу. С альянсом. Соплеменник, ну. Я думаю, если он взлетел, то, наверное, скорее всего, он над этой скалой должен быть. Ну сейчас мы поищем. В итоге, что хотел вам сказать. Мы сейчас поищем, найдем птером. И после этого сразу к вам вернемся. Там уже договорим обо всем, что хотел я вам рассказать. Ух, ну вот, ладно, мы вернулись. Поискали мы птера, который убыл вот у Дед Мазая. Куда-то он пропал. Просто пипец. Из-за этого выкида он исчез. 130-й птер. Офигенный. Он просто пшух, и как будто его и не было. Что за баги? Видел, непонятно. Я нечаянно. Да, видел. Нечаянно. Теперь же... Нечаянно стрел. Блин, если ты начал говорить, то уже говори до конца. Хватит три раза начинать и замолкать. Бля, ты замолкаешь, я хуй знаю. В общем, короче, с трех патронов видел, как я уработал эту канитель с винтовки. Окей, теперь мы будем, короче, с вами... Да, не смотри на меня, пожалуйста, кицаль. Сейчас мы с вами будем искать анкила. Ты... О, тут 130 у нас ходит анкила. А что там такое? Что там за пати такое? Да это я в бошку стреляю. Да не туда, вон, смотри, вон туда. Куда я смотрю, вон. Да. Ты... Повернись. Я не вижу. Повернись ко мне. Глаза, Ник. Да ко мне повернись. Вон туда, вон. Вон, смотри, какой там пати. Ну-ка, сейчас я гляну на это. Большое пати? Слишком да. Большое. Опять что-то эти. Это демоны опять, короче, аргентаврисов мочат. Я посмотрим. А то вдруг тут, знаешь, и твой птер застрял. Ну видишь, они нет, реально нет. Застряли. Они просто пытаются пролететь, они не видят, что там типа препятствие. Лол. Давай-ка в лапах. Давай в лапы так будет. В лапах короче. У нас будет анкила. Надо какую-нибудь лавочку, знаешь, сделать. Лёг. Да, надо это поставить, короче, табуретку и на так. Табуретке сидеть. Давай, руби дерево и делай, и крафти.
табуретку делай себе. Дерево вот сбоку. А я пока... Так, а это 130, да? Так, сейчас. Нам еще будет нужен додик. Додик 135. Блин, как хорошо, тут аж двое. Ну, мы каш пока не взяли, мы, наверное, их до дома привезем. И там их будем томить. Наверное, все-таки так. Сейчас же тут будем искать топовых таких. Че, нарубил? Ништяк. Ну, только я табуретку не учил. Ну, давай я выучу. Так, выучу. Все, я выучу. А, ну, тратишь для своей спускной. 14 волокна. Тебе нужно? Волокна, нарублю чуть-чуть. Не, я руками рублю. Давай быстрее, не оттягивай время, а. Ну? Проще бы уже мне дал бы и все. Давай, запрыгивай. Все, я готов. Прыгай. Сейчас табуретку поставлю. Так, ну в общем мы знаем, что тут есть 130, если что. Давай, остановился, ставь. 130 анкила, это круто. Нам он в первую очередь нужен. Но в этой серии мы будем томить с вами такие анкила, так и додика. Ну, до иди кэриуса. Ну как-то, короче, так. Сейчас даже. Дидикариус. Да, дидикариус. Все, поставил. Дядя Кариес. Дядя Кариес. Все, о, ништяк, смотри, какой вид. Да это просто восхитительно. О, альфа что ли? Альфа. Давай, грызи этого. Гоби. Или нет? Да, альфа. Да, альфачный, давай еще, может лут какой-нибудь стащим. Неплохо, сегодня у нас не только томление, но еще и это... Кач, прокачка нашего. Да, слушай, тебя нет. Не видно, короче, в твоей панели. Я как будто водитель, короче, я жру всю эту канитель. Нет, по-другому. Ты сейчас это, короче, как будто в кино сидишь и это, наблюдаешься с первого места. А это перед тобой экран большой. Попутно скриню, короче. Ну, как-то так, можно сказать. Весело. Так, посмотри. Ну, посмотри, у тебя же трубка есть, я не могу, я бью его. Я сижу. Ну так возьми в руку этот и посмотри на него. Сейчас гляну. Ну уж давай, будь добр. Только не двигайся, стой на месте. Да, норм. А, я это не вижу. Потому что с короны я не смогу посмотреть. 120-й. 120-й. Неплохо. 125-й или 135-й, точно на месте. Ага. Садись. Потому что все дергается. Мне кажется, вот этих нужно птиц вначале сейчас убить. Как считаешь? Не, грызи ты его, пусть сожрёшь, что там, я тебе говорю. В плане того, что они сразу налетят на него, на труп. 140-го карна вчера убил я за 2 захода, 2 раза я стамину просто чисто откатил и все и сожрал. Солём вообще нормально жрать. Вонючий рогатый, кто-то жалуется. Ну, ладно, давай. Что, нам краснеет хоть? Да, вроде краснеет. Жилки у него появляются, значит. Неплохо. Я пока еще осматриваюсь, смотрю этот. Вроде никаких анкил рядом еще больше нет. Давай-ка его подальше оттащим, чтобы он если. Ой, только хотел сказать, что он сейчас пойдет отхилит. Ага, я про то же. Я тебя изначально сказал, я говорю, может быть и купить? Ты говоришь, да, бей его. Да, не, но надо было загреть на себя чуть подальше. И я водитель Кенсаля. В общем, кстати, вот смотрите, всем, вот, кому интересно, видите вот эту броню так классно? Они пытаются меня укусить, то есть Кенсаля, сбоку, либо где еще, и не могут. У них это просто не получается. Блять, зато меня убили. Ништяк, лут мой собери хотя бы. Не беспокойся, я соберу. На плоту рисуешь. Каши там, ничего. Каши доделай тогда. Ах, окей, только обязательно забери лут там, бля, желтая кирка и все дела. Окей, я заберу. В общем, там тебе 31 каша уже готова. Еще нужно сделать, сколько там, ну, еще 29 хотя бы. Ну, на все яйца там делай. У нас как раз хватит. Я понял. Водителя Краза нахуй убили. Как это так, а? Ага, вместе с твоим стулом. Надо знаешь тебе защиту. Почему? Потому что я не был пристегнут.
Да, еще ты говоришь, увидишь, не пробивает. Да пробивает, надо было каменное перекрытие делать, тогда нет, бы не сломалось. Кицали не пробивает. Я пробиваю, потому что сверху. Они пытаются ударить кицали и били тебя, короче. Так, мы... прикинь, на панели хочу. Меня грызть стал бы, вот вообще весь лук был. Ладно, я кашу варю, в общем. Забери лут мой. Да, заберу, только... Это вроде он, да, он. Ладно, успею. И я опыт не получил. Мне оставалось чуть-чуть, прям до 81 уровня, блин. Западло какое-то прям сегодня. Так, аргентай самоубили. И все, остался... Вот он. Ну и рядом с кем питаться не, ну, не осталось никого. И вижу, он еще там вдалеке виднеется у нас. Этот. Как его? Анкилова. В общем, ладно, давайте встретимся, как только мы его убьем. Ну все, дорогие зрители, наконец-то его убил. Вы видели, как это было долго, но для вас это было быстро, для меня долго. Ай, чё? А, весь лут уже внутри меня, окей. Сейчас тогда разберем его на прайм и посмотрим, что тут попало. А, ничего, не все. Нам нужно нашего соплеменника забрать его вещи, пока они исчезли. И ёпля. 9 минут осталось, кстати. Мы убили примерно 6 минут. Ну чё, вкусно выпало. Чё, отглянем. Ой, взлетай. Так, у меня что было? Так, вообще какие-то тут рогатки делают. Чё они тут забыли? Вообще класс. Сейчас, подожди. Фиолетовая рубашка, самая первая из волокна, который делается. И так... уже такую купил. Ага, и синие, такие же штанишки. Того же типа. Ну ладно, каким-нибудь бомжам подарим. Короче, ладно. У нас фиолетовая такая. Еще дверь. Два левела. Неплохо. Откуда ты спер маскировочный костюм уже? Так, в общем. Здесь вот еще анкила, сейчас его проверю. Если будет плохой, буду. Да, он очень плохой. Ладно, погнал я. Буду искать анкила. Ну, посмотрим на это в быстром темпе. Поехали! Ну вот, все-таки нашли такого на этом острове топового, грубо говоря, топового анкила. Он 140-й левел, да? То есть, да, 140-й он. Не 150-й, 150-й гораздо лучше, но фиг такого найти. Даже 145-го не нашел. Обидно. Обычно, но... когда нежданно появляется. Да, очень нежданно появляется. Но все равно 140-й, это офигенно.
Это классно. Сейчас же я что буду делать? Сейчас я направлюсь на базу. Там его, короче, усыпим. Ну, это вы, конечно, все увидите. Главное мне сейчас довести сюда дома. Ладно, повез я. Не буду это уже снимать для вас, потому что слишком далеко лететь. Давайте, встретимся там. Я как раз сейчас на потолок залезу и буду отстреливать его. Ну все, наконец-то, и вот я нахожусь возле нашего тут сборища плотов. Давай, стреляем. Вот у нас анкила и платформа, где будут у нас томиться. Изначально эта платформа создавалась совсем для другого. Ну, чтобы там жил наш кицаль. Ну, она также еще пригодится нам для того, чтобы притомить анкила. Что, ты попадаешь в него? Пока он не дергается. Только одну стрелу вижу в нем. Я пытаюсь залезть на этот сраный плот, и мне не выходит. Ну, чтобы в бошку ему стрелять. Ладно. Все, попадаю нормально в череп. Так, мимо пролетела стрела, так прикольно. О, она как, он как бы дергается, что типа попал, но стрела мимо пролетает и выше улетает. Мне интересно, она действует или нет. Ну-ка, возьми чуть-чуть выше. Нет, выше, не ниже. Во, вот так вот попадаешь. А что, до этого не попадал? Мне пока не знаю. Попадал. Скажу так, что он дергается. Он дергался, но стрела почему-то пролетала. Ну ладно. Вот таким образом мы томим. Ладно. Промотай это все действие. Все, побежал. Не забывай говорить это людям, что легко с птицей томить, блядь. У кого есть птица, а у кого ее нету. Вот, запрыгнул, наконец-то. Я думал, ты стреляешь. Стреляю. Чё, я стреляю по 5 штук, жду. Не по 5 штук, а... Вон и там салют пошел, ну пипец. Чё пошло? Да салют за окном. Чё там, через чего? Не знаю, надо стрелять раз в 5 секунд, а не по 5. И потом ждать. Чё-то не вижу, что ты стреляешь. Да, блять, 5 секунд я выжидаю, как ты говоришь. Игорёк, ты странный такой. Я вообще обычно по 5 стрел, по 7 кидаю и жду. Сразу. Что-то так проще. Промазал. В плот попал. Давай. Во, попал. Мне в голову пытать. В голову, видимо, не судьба попасть. Ладно. Пока стреляй, я отошел, чеку сняли. Давай, я 5 штук у него засадил. Все, упало. Ну все. О, приложили его, вот он упал. Секундочку, сейчас вам покажу его. Вот оно, что 40-й. А, наркоты говоришь про него? Сейчас, секундочку, гляну. Так, у нас 140-й анкилон. Мы будем кормить его на кашах. Наркота для него не понадобится. Вообще, ни одна штучка. Закидываю у него 20 ровно каш и ягоды пока потом сверху. Чё? Пока 12 есть только наваренных. Так.
Ну, наваренных, да, но тут еще вот у меня есть. 15, 23, нет. Отсеем чуть-чуть. Так, ягод, пожалуйста, возьми и межбери. Только пока не закидывай. Него. Ой, прошу прощения, у меня за окном салют пускают. Если это слышно, очень много, то прошу прощения. Так. А, ты уже закинул. Да, 12 пачек кинул. Ну так вот закинем, ладно, пусть будет. Просто обычный межбери в него закинь тогда. Все, он у нас притомится буквально, сейчас скажу вам, за 50 минут. 50 минут, и у нас 140-й поднимется. Вообще вот тут 69 уровней будет, классно. Сейчас же я отправлюсь на поиски до Дикариуса. Ну, короче, мы его называем просто Додиком. Просто мы его называем Додиком. Вот сейчас за ним отправлюсь. Буду искать с вами вместе его. Вот, встретим сейчас. Скоро. Ну что ж, даже далеко лететь мне не пришлось. Но на летающий остров даже не долетел, тут буквально пару шагов, и вон, смотрите, колобок. 145-й. Это лучше, чем можно даже представить себе. Потому что либо меньше бы я нашел бы, как минимум, бы, но 150-го найти, и правда, очень-очень трудно. Как-то так. Вот он наш новый питомец, который сейчас будем томить. Пока я лечу хотя бы вот в сторону обелиска, просто хотел бы с вами поговорить. Не забывайте, то количество каш, то количество времени, что мы тратим на томление, это все-таки на нашем сервере такое, потому что у нас все-таки x3 томление, это в 3 раза быстрее. На обычном сервере мы потратили бы 2 часа все равно бы на томление анкила, либо колобка. И, ну, и разумеется, не 20 каш, а 60 бы каш потратили. Как-то так вот. Вот в чем разница. Фух. Ну, в общем, ладно. Долечу. Опять же, усыпим. Покажу вам хотя бы результат. Как, ну, уже не буду вам показывать, как мы будем там стрелять в него, как вот так же ванкила. Ну, мы его усыпим. И будет два трупика, так сказать, лежать. Я вам покажу вам их обоих, и будет классно. Также еще что хочу сказать. Томление всех остальных динозавров совсем не представляет труда, когда у вас есть специаль, как вот у нас. Поэтому мы так легко сейчас их томим. А в другом случае, да, надо было бы лучше показать вам контент в плане того, что мы бы пришли, увидели и бегали бы от них, там пытались стрелять, усыпить и так далее. Да, было бы весело, но с другой стороны, мороки, это будет такое томление, но это, наверное, в следующий раз, если у нас будет еще какое-либо определенное выживание и в будущем. Если что такое будет, то я буду уже без кицаря томить. Ну, что было интереснее вам даже смотреть. Как-то так. Ладно, я поехал. Сейчас будем выживать и томить. Все, встретимся позже. Ну все, наконец-то мы положили этого додика. Дедикируса. С горем пополам. Он у вас уже сворачивался несколько раз. За это время он у нас, посмотрите, уже даже анкило. Встал, проснулся, так сказать. То есть 50 минут у нас ушло на то, чтобы найти, притащить и усыпить. Вот, он только-только начал кушать. Как-то так, а что у нас тут с анкилой? Да, окей. По статам вообще отлично. Будем качать ему, наверное, урон. Вес вообще не будем трогать. Ну, что-нибудь придумаем точно, это будет классно. В следующей серии уже мы покажем вам, как пользоваться правильно анкилой, добывать ресурсы и так далее. Ну и додиком, если нам это понадобится. Вот так вот. О, надеюсь, вам понравилась эта серия. Сегодня было много экшена, много всего интересного. Это просто было пипец. Я просто это переживал пипец как сильно. Надеюсь, вы вместе с нами. С вами был Милтон и Дед Мазай. Всем пока. Всем пока. Thank you.